Теорему 2 о представлении интегрального наибольшего общего делителя мы доказали. Давайте вспоминать, для чего мы ее доказали. Есть предположение, что у него от x равняется маленькое от x перестречивается. Фактически мы наш интеграл и представили в виде вот этой суммы. Вот любольшие сказали. Да, конечно. И вот та вот штука из наибольшего общего делителя, она сюда пойдет. Да. Дело в том, что вот аргумент у любольшого, он, если а порядка q, маленький. Так. И оно не стремится к нулю. То есть надо разбить вот этот ряд, эту сумму, на два типа слагаемых, у которых у хотя бы одного нулю аргумент большой, это будет стремиться к нулю. И те, у которых у обоих нулю аргумент маленький. А это будет стремиться к нулю, так сказать, там, просто потому,